Что говорить? Привет. Всем привет. Всем привет. У нас сегодня снова будет поездка. Ну как снова, если я выложила хоть одну из прошлых. Мы едем на юг. Это у нас получается вдоль океана, не доезжая до Лос-Анджелеса, то есть мы где-то так на полпути к Лос-Анджелесу будем. Я буду показывать вам, что будет интересного там. Сейчас вот мы заедем здесь в магазин, кое-что закупимся. И поедем сегодня пятница вечер. А 5 вечера мы выезжаем и вернемся в воскресенье вечером. Вот буду вам показывать эти 2,5 дня. Мы заехали в магазин, купили перекус, потому что мы сегодня только пообедали, а нам нужно что-то еще поужинать. Хлебушек взяли. Это рыба, копченый лосось. Прошутто еще взяли. И там где-то еще сыр. Да, сыр бри. Ехать нам где-то 2,5 часа. Сейчас уже 5:30 вечера. И мы приедем где-то, да, где-то около 8, соответственно. Вот в этом магазине мы были, Trader Joe's. Его на самом деле все хвалят, но я не сказать, что я его очень люблю. Для меня там слишком маленький выбор, хотя говорят, что там все супер отобрано, хорошее. Вот, это тут еще магазин косметики есть. И еще есть вот такой магазин Nordstrom Rack. Здесь можно купить все по скидкам. Конечно, нужно иногда поискать, покопаться, но можно очень клевые вещи найти там со скидками 50-70%. Вот, так что магазин прикольный. Да, тут какое-то стрёмное здание. Да, контрастный. Я поняла, что я просто умираю с голоду, поэтому мы решили сейчас заскочить быстренько покушать. Потому что я просто не дотерплю столько времени. Мы обедали, но это уже прошло сколько часов, и как-то так не очень сытно. И я очень хочу есть, просто умираю с голоду. И мы заехали в какой-то городок, здесь сейчас ищем быстро перекусить. Это будет, наверное, какой-то бургер. Но... Мы приехали кушать, смотрите, какая клевая тачка здесь стоит. Как это все выглядит внутри. Если кому-то интересны цены, то вот они. Мы выдали стаканчики. Идем к напиткам. Все, подкрепились. Можно ехать дальше. Да, я пошла на курсы вокала, и мы тут едем по дороге, тренируем тванг. Я делаю упражнения, мужу тоже зашло, он тоже уже пытается. Хотите, покажу вам? Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Use the right lane to take exit 11A, then keep right at the corner. Вот так, вот так затренировались, короче, чуть не пропустили свой съезд. Так вот, хотите, покажу вам одно упражнение? Баба-ёшка называется. Короче, вдыхаем. А теперь ты. У него пока не очень получается, он стесняется. Мы приехали в место назначения. И на подъезде мне Илья сказал, что здесь у нас платная парковка. Причем, возможно, ее нужно было бронировать заранее, но... Будем надеяться, что у них будут места.
потому что мы не очень рано, вот уже 8:30, пока мы приехали. Do I need to put it under windshield? Yes. Наш малютка. Поедем на парковку. Нам нарисовали такой сложный маршрут. Но я думаю, что мы должны справиться. Очень сложный маршрут. Смотрите, какой сложный. Короче, ничего не видно. Блин, у меня карта вообще перевернута. Ладно, не судьба. Не видно ничего. Не пускает. Так, что у нас тут? Знаешь, что я тебе скажу? Тут две какие-то не очень большие кровати. А, ну они, наверное, квин или они дабл? Наверное, квин или дабл. Ладно, мы поместимся, но все равно. Что тут? Холодильник, кофемашина, даже микроволновочка есть. Так, стол. Телевизор, шкаф. Зеркальце. Так. Свет. Свет. Лед с картиной. И такая вот ванна. Нам сказали, что бассейн открыт еще до 10 вечера. Сейчас 9 почти. И мы решили еще сходить в бассейн. Блин, тут какая-то огромная туса. Мне не нравится. Я не хочу в огромную тусу. Бассейн, конечно, наверное, я не полезу. Но вот джакузи я бы хотела. Ну ладно, вроде бы там есть места. Надо будет забуриться. Так вот это выглядит. Там огонечек, кто-то что-то жарит. Отельчик. Жалко, прохладно. Уже так прям прохладно. Короче, посмотрела, я там табличка была, что максимум 5 человек в джакузи. И там уже было 5 человек. Мы, короче, не поместились. Такая печаль, тоска просто. Попробуем еще чуть-чуть попозже. Вот, мы очень хотели джакузи. А там какая-то компания. И они вряд ли уйдут, мне кажется. Вот. Доброе утро. Проснулись сейчас 9 утра. Будет вторая попытка. Попытка номер 2. Попасть в джакузи. Я очень надеюсь, что там никого не будет. Мы не зря поднялись. Да, никого нет. Клёво. Так, подожди. Так. Забрались. Илья говорит, там прям очень горячо, сейчас попробуем.
Короче, накупались мы. Отмокли. Вот, и даже в бассейне поплавала. Кстати, он даже с учетом, что уже начало ноября, он в целом довольно тепло. Хорошо, что нет ветра. Вот, бассейн, видимо, с подогревом. Джакузи супер теплая, и бассейн тоже. В бассейне тоже очень хорошо. Вот, сейчас пойдем позавтракаем, поедем дальше. Это, видимо, картошка. Бекончик. Сосиски. Вода, какие-то соки. Куча фруктов, класс. Вот это вот еще клево. Это моя тарелка. Вот йогуртики там стоят. Еще целые фрукты. Овсянка, сухофрукты. Здесь можно сделать тосты. Здесь лежат на выбор то, что ты хочешь. Какие-то вкусные булочки. Наверное, вкусные, возможно, не очень. Джемы. А здесь можно делать вафли, то есть ты сам должен взять оттуда тесто и испечь себе вафли. И сиропчики к ним. Так, здесь еще, наверное, это мед или что-то такое. Вот, и сухие завтраки, молоко. Здесь можно сделать... Ну, прикольно, здесь можно сделать яичницу с добавлением каких-то штук. Здесь какие-то газировки и кофе. Прикольно. Thank you. You're welcome. Мне принесли мою яичницу с беконом, помидоркой. Я присыла еще сыром, наверное, он тоже здесь должен быть. Какой-то блин яичный. Это все стоит 32 с чем-то доллара. Вот, за двоих. Такой завтрак. Теперь нужно ждать 2.5 минуты. Стаканчики стоят. В зависимости от того, сколько ты хочешь штучек, отделение, сколько нужно налить тесто. Ждем. Получилось достойно. Будешь себе брать пенис? Ой, надо, подожди, пошли выпить крем возьму. Гулять-то гулять, да? Короче, что-то такое у меня получилось. Только что пыталась, когда вот тут добавить взбитые сливки. Открываю колпачок, а там нет никакой крышки, ну, никакого... Ну, у нас обычно какая-то кнопочка, на которую давишь, и оно вот такая, вот и пипка, из которой это все льется. Там, короче, была только эта пипка. Я просто стояла, крутила в руках, не знала, что с этим делать. В итоге ей просто нажала вот так вот в тарелку, и вот, короче, я что-то добыла. Смотрите, в машине открыты окна. Кто-то так ушел, оставил. У меня садится камера, и я забыла батарейку, забыла зарядное, молодец. Поэтому частично будет видео на телефон. Wait. Мне так нравится, как он говорит. Wait. Такой. О, что-то тоже разболтался дальше, типа, мол, можете идти. Когда можно идти, он такой более добрый. Это такой wait. Смотрите, как у кого-то красиво. Вообще. О, я обожаю вот эти вот цветочки. Там еще птицы какие-то щебечут. Очень классно. Классное место. Город, кстати, называется Монтерей. Монтерей.
Но с начала ноября погода прям такая хорошая. Смотрите, какая собака счастливая. Hi! Hello, hello, hello! Hello! Hi! Какой хороший, счастливый пес. Обожаю таких классных, счастливых псов. Вообще, обожаю всех классных и счастливых. Мы нашли какой-то сад, открыт для посещения. Всем, кто хочет. Ай, как тут пахнет. Классно. Такие джунглишки. И никого нет. Тоже клёво. Сан-Франциско, конечно, по-своему клёвый, но там невозможно оставаться постоянно. Особенно в центре, потому что это сплошной бетон. Я никогда не думала, что я буду так скучать по траве, по зелени, по деревьям. Может, вот так вот все было без бетона. О, смотрите, какие котики в окна. Мы думали, как они проверяют и запоминают, какие машины, где сколько стоят. Но вот кому-то, видите, пришел штрафец. Она стояла, фоткала и долго не... Да, наверное, вот она уже вся такая под листиками. Смотрите, на нее уже птички тут, наверное, наделали. То есть, теоретически, наверное, она здесь стоит довольно долго. Вот, короче, прилетел штрафец. И тут постоянно в такой вот кабиночке ездит девушка и рассматривает, кто где стоит, и вот. Так что соблюдайте правила. Мне нравятся знаки в Штатах. Если ты вдруг как-то вот каким-то образом сюда завернул, то вот типа, нет, чувак, нет. Просто не то, что там стоп маленький, да, а просто там не въезжать, и тут неправильно сюда ехать. Типа, нет, нет, не суйся. Такое все огромное, красное, не просто гигантские эти знаки. Смотрите, какая клевая тачка. Парочка. Жуткие. Все зазывают, короче, на еду. Попробуйте, попробуйте. У нас лучшее в мире. Можно подегустировать, если понравится, то отправиться кушать. Эй! Вот он тоже стоит, хочет предложить попробовать еду. И да, зазвать ресторан. Прикольно, мне нравится такое все аутентичненькое. Очень мило. Что еще можно делать в Монтрее? Это смотреть на китов. Вот они рассказывают, тут какие рыбы тут водятся. Вот тут везде тоже такие вот скульптуры из дерева. Вот они предлагают каждый день этот Whale Watch Tours, смотреть китов, и обещают, что круглый год здесь возятся киты. В Сан-Франциско тоже мне говорили, что они приплывают иногда, но есть сезон, когда они приплывают, но здесь вот они обещают, что круглогодично. Я не знаю, насколько достоверна эта информация. Я думаю, мы сегодня не поплывем смотреть китов, но смотрите, как тут здорово. I remember you.
Какой чил. Здесь птичий чил. И там вот еще других птиц поменьше чил. Акваланги. Прикольно. Смотрите, сколько тут народу. Аквалангистов. Клево. Я один раз ныряла с аквалангом. Ну, такое себе. Мне кажется, что у нас оборудование было не очень. Меня очень сжимало уши. Что-то там, короче, затекало. У нас через 20 минут заканчивается наша парковка, и мы решили поехать все-таки на чудо этом автобусе. Ай! Какой он клевый! Смотрите, какой он прикольный! Нравятся вот эти парочки, смотрите, одна и вторая милота. Вот еще один едет нам навстречу. Уже наша остановка, блин, это так клево. Я столько эмоций, просто улыбаюсь, как маленький ребенок. Это супер клевый вообще такой автобусик. Блин, просто я не знаю, как описать. Очень классно, очень-очень-очень классно. Да? Скажи классно. Скажи очень классно. У меня Илья более скупой на эмоции. Это я сижу, улыбаюсь просто как дитё. Доехали в красоту, красотищу. Океан безумно красивого цвета. Вот он более синий дальше, но здесь просто такой бирюзовый баунти. Песок. Пляж, кстати, нельзя на пляж идти. Смотрите, это какая-то частная собственность. Я не знаю, как они туда добираются, потому что тут просто скалы. Я не знаю, может быть, как-то скатывается здесь. Вот. А тут... Что это такое? Это кто-то тут собойку оставил. Ну и блин, смотрите, вот там вот горы, океанчик, горы, голубое небо, и это просто дорога, вот она, трасса здесь идет вдоль океана, и можно ехать и смотреть на все вот эти вот виды, так клево.